Профилактическое занятие проходило в форме викторины. Ребята разделились на две команды. Отвечали на вопросы инспектора отдела надзорной деятельности. Вспоминали правила поведения с огнем. Разгадывали загадки и кроссворд. Да, дорогой. Или спички. Правильные ответы были названы позднее, поэтому ребята смогли подтвердить свои знания и закрепить полученную информацию. Выполнять теоретические задания мальчишкам и девчонкам понравилось, но все же самым ожидаемым стало спортивное испытание, где воспитанникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, необходимо было примерить на себя роль пожарного. Каждый из 14 команды одевает штаны, потом с лямками, можно не застегивать, одевает бушлат, ну курточку одевает, одевает каску, бежит, кеглю огибает, возвращается обратно, раздевается. Ребята активно болели за своих товарищей по команде. По итогам состязаний победителем стала команда с символическим названием МЧС. Ему был вручен памятный кубок. Но самое главное – это полученное во время открытого занятия знания по пожарной безопасности. Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.